Тоже и всем привет, и пацанам тут микрофон. Это южную деревню. Это южная деревня. Здесь находятся таежные жители. Еще также я делал деревню для болотных жителей. Мне интересно одно. А что у них на головах? А ответ был прост. Это были листья. Вы еще все такие. Вот это поворот. Я думал, что у них на головах бедные черепашьи панцири. Такие, словно, умрите, черепахи. Что нам может быть лучше, чем убийство? Но оказалось, это были... листья. Мне стал жалко черепашек. У меня один вопрос. А чё они тогда мародёров боятся? Горная деревня. Точно такой же, как у меня фонтан. О, Игорь, здорово. Пчелки. Кузнечный. Здесь живет кузнец. Здесь живет Батман. Вау. Теперь я, кажется, понял, чем эта деревня так отличается. А вот это у нас вроде бы джунгли. Или это не они? Да уж, Джеб, ну ты красавчик, Джеб. Джеб лучший. Cooper, oh man, take a row. Что за колбас? Что нас колбасит? Неужели? А чё бы не добавить вот такой вот крафт? И можно не просто так себе сидеть и рыбачить. По крайней мере, не украли карту. Не камень крамил бы. Ещё покормлю пчелок. Нет, цветочек пчелки есть. Пчелки. Так, пчёнок, давай расти.
Пожалуй, верну карту, да, где ей место. Это у нас специальные сундуки под... Это у нас специальный сундук, где будут храниться все вещи, которые я смогу только найти. Он сделал тут что-то типа... Fireball и Fire Crossbow. Ну, в смысле? Что? Они что, будут поджигать? Правильно, друзья, они будут поджигать врага. Огненный лук будет. Вы также можете дать ему чары на без. Нечто. Вот, сегодня у нас будет такой день. Еще это сложим. Также здесь не ходил в шахту. Нет, не ходил. Там скоро тут домик, и буду там жить. Где? Враг будет идеальный. Там, где мне сказать, они все начинаются с этого места. Называется это приулок у. Вот это деревня.
именем Хайнул. Не знаю, Джон Крафтом. С ним модом. Это куда более интересная вещь. У меня скоро больше Силаджера. Биладжер. Красавчик. Don't worry. I present for you bed. Вот. Кроватка. Можешь ложиться спать, бро. Так вот у нас веселый эпизод. Брата надо излечить. Брат, лечись. У тебя зомби, я сюда. Не сова. Да, блин, иначе жители. Не знаю, тебе еще данжен, но я буду готов поиграть в Майнкрафт с этим модом. Давайте еще сделаем так, возьмем. Она же прям называть Лангхарс. Не, мне моя обычная достаточно. Мне надо было очистить земной остров отсюда.
Смотрите, здесь будет, короче, вот такой вот водяной дом. И так это буду звать, водяной дом. Вот, красиво, не так ли? Вот такой у нас получился красивый биом. Точнее, местечко биома. Ты джилджера? Нет. А, это не было критическим. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам это видео понравилось, так что... Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поддержать это видео лайком и репостом в соцсетях. С вами был, как всегда, я, Эйга. Всем спасибо за просмотр. И всем приятного дня.